Доброе утро, мои дорогие. Сегодня у нас 3 июня 2019 года. Времени 20 минут 6. Летнее питерское утро. Привет, кись. Кисюнчик. Сидит. Небо на ладони. Классно. Котику не надо на работу. А мне надо. Всем доброе утро, мои хорошие. Прекрасного дня. Какие солнечные блики на домике. Надо бежать, потому что сейчас метро откроется. Какие капельки на машине. Красиво. Не очень видно. Небушка очень красивая. Сейчас посмотрела с утреца. Давай поженимся с Фузеевой. Так там мужик пел. Небо на ладони. У меня теперь в голове засела эта песня. Фонари красивые. Петушок золотой, всем на счастье. Сегодня среда. Уже среда. А хочется пятницу. Хорошая примета. Доброе утро. Доброе. Сказал доброе. Смотрите, какая лужа. Красота. Почему-то вспомнился фильм. А я иду, шагаю по Москве. И я пройти еще смогу. Трум.
Хотя я иду и шагаю по Питеру. Красота. Фонари вообще умиляют. Там дворик какой. Детская площадка. Такой питерский дворик. Колонны какие. Видите колонны? О. Вспомнился фильм «Гости из будущего». Советский такой фильм был. По-моему, 86-го года. Там, где стояла машина времени, похоже, колонны. Человек. Почему не резко-то? Ну, давай, резкость наводи. О, завтрак, вафли. 195 рублей. Такой завтрак. Или обед. Небушка красивая. Ай. Есть хочу, надо было хотя бы водички попить. Не люблю утром завтракать. Класс, обожаю, когда уже ночью был ливень такой. Вообще. Почему-то перестал резкость ловить мой телефончик. Не пойму, что с ним. Человек. Блин, почему резкость не наводится? Вот. Навелась. Обожаю летний дождь. Ночью вообще был ливень с грозой, с молнией, и с громом. О, перышко. Катерина Синди. На счастье. Перышко на счастье. Значит, все будет хорошо. Вот я пришла. Сейчас должно метро открыться. Солнышко. Красота. Не знаю, сколько времени. Сейчас откроется метро. А этот дядька там, который стоит. Каждое утро его вижу. Такое метро. И там.
информация. Все, мои хорошие, всем прекрасной среды. Пока-пока.